Меня зовут Адам, я ингуш. Мой друг Рустам – лезгин. Рустам переехал жить в Югру 10 лет назад. Он учился в Нижневартовском государственном университете. Еще в студенческие годы его работы были признаны научными организациями. Но Рустам не оставил науку и сейчас. Он преподает в Югорском государственном университете. Наука – это не основная моя деятельность. Я работаю с молодежью и с молодежными проектами. Я горжусь тем, что Рустам удостоен премии губернатора за вклад в развитие межнациональных отношений и профилактику экстремизма. Премию губернатора я получил еще будучи в Нижневартовске. Мы работали с интересными практическими занятиями, такими как форсайт-сессии и квесты, которые намного интереснее для молодежи, чем лекционные занятия. Мой друг очень любит литературу. Его любимый дагестанский поэт – это Сулейман Стальский. Он не писал стихи, а говорил ими. Мне нравится этот поэт за его трудолюбие и упорство. Он достиг больших высот, являясь простым выходцем из обычного села. Максим Горький говорил про него, что он Гомер 20 века. Кстати, именно у лезгинов зародился известный всем танец лезгинка. Его танцуют все народы Кавказа. У меня есть папаха, это национальный головной убор горцев. Его зачастую носят, когда танцуют танец лезгинка. Я со своей командой разрабатываю одежду для жителей севера под названием «Йомас». Кстати, «Йомас» с мансийского языка означает «хорошо». Рустам, друг, кстати, у меня есть для тебя подарок. Ух ты! В социальных сетях сейчас многие выкладывают фото в этой одежде. Теперь она есть у меня. Спасибо, Адам. Мой друг – лезгин. А кто твой друг?